Еще раз всем привет. Продолжаем играть. Я только подсел, и он ушел где-то. Это кто еще? Шестерка даст нам стрейт и десятка. Возможно, мы старше, если у меня нет десятки. НЛ-50, НЛ-200 и теперь НЛ-2. Что происходит? Давайте сделаем рейс. Почти банк. Если не попадем во флоп, то сдадимся. Много тузов, мы старше. Поехали. Дама неплохо. Один раз. Ух ты. Дай уже мне выиграть. Это у меня сегодня не очень удачный день. Десятка. Да. Нельзя мне сегодня выигрывать. Не получается. Пара гэдшот. К сожалению, без червушки. Король валет доехал. Какой-то туз 8 с червой. Валет 6 вообще ни о чем. Ха.
All in, call. Можем засквизить это все дело. Он инстакол. Король валет. Типа 10-9 сейчас лучше всех. Семерочка. Приятно. Наконец-то мы вышли в плюс. Валет 8. Лучше пас. Если вы еще плохо разыгрываете постфлоп, лучше отказаться от этой руки. Ну и вообще лучше играть как можно тайтой. Гадшот и флешдро. Можем крутануть до 13. Примерно вот так. Этого мы и хотели. Туз должен наскалировать просто. Теперь туз должен заплатить. Или флеш старше. Или фулл хаус, нет. Монолит. Давай. Смотрим. Туз это плохо. Теперь десятка бьет нас. Нужно выбросить, наверное. Король дама, ну. Естественно. Вот я проиграл большой банк теперь. 9-7 оказывается. Что, поехали с крючками. Блочим немножко флешей. Это джекпот. Мы проиграли, да.
Стороночка нарисовалась. Почему бы и нет? А вот потому. Инстаколит он меня. Туз 9 или что? 9-7. Интересно. Пять столиков. Давай, Ромка. Поехали. Большой рейс. Валет, я думаю, плохой кикер, так как вся мелочь уже на столе. Давай еще раз. Проверим твой флеш-дро. Да, флеш не доехал, может, ты будешь блефовать. Семерок там немного, в принципе. Девятка. А валет, кстати, неплохой. Есть много старших валетов, да. Проверим. Это злость.
Ресторанка. Лет 10 закрылись, но они из флопа были. Ему нравится доска. Валеты 8-7. Хорошо. Кода РР. Короли. Без черта. Может, теперь пикушка придет? К сожалению, нет. Только не тузы. Туз дам. Это хорошо. Это очень хорошо. Два раза, ну поехали. Хорошо. Хорошо. Король 9. Мое. 300 баба банк. Ну, а теперь я должен проиграть туз король. Отдать часть своего выигрыша. Давай на два раза поделим. А, так нормально. По-прежнему две пары должны мне платить. Давай. Ладно. Fight, fight, fight.
2 ББ. Ну вот я говорю не анте, а ББ, потому что здесь постоянно пишет. ББ. Везде. Супер, супер, поехали. Стонте, ну давай два раза дам тебе шанс. Твоей мусорной рукой, ну не хочешь, ладно. Ух ты, как сильно. Победил. Чекаем. Ромки тут сильные. Ромка старше должен быть. Ну, в принципе, пополам. Зря ты не согласился. Ух ты, карета. В карете слопа не попрешь. Король дама или что? Дама валет. Отколю. Сильно. Сколько пасов.
меня хорошая десятка. И не прочекали. Как бы короля типа нету. А вот и десяточка. Там и 10, тут 10. Хорошо. Какая большая ставка. Вот и хорошо. Спасибо, не надо. Так, тут у нас тут пара только. Стоит флеш-дроп. Отчекиваем. Слишком жирно добирает. Десять-девять хорошо, АК еще лучше. Хочется и колется. Два флешдро на столе, спасибо, не надо. Пас-пас-пас. Люблю, когда я рейжу с АК и все скидывает. Залуда Моним 8-7. Почему бы не поставить? Восьмерка вроде нормальная. Сильную поймали. Должны выигрывать, все же с королем никто не ставил. Немножко устал сегодня, так что сессия не будет очень длинной. Утром опять на работу. Тоже он рэпит, но позади еще бот, так что нужно бросать. Ах, хотелось бы с Валеркой заколить его. Дама, гостевые.
Дама валет, сет валетов. Не вижу конбета. Чек-кол. Король 10. Ух ты. Как бы король 10. 10-9. Дама 10, туз. Ладно, король 10. Туз валет, ну хорошо. Ну какой он бесстрашный. АК. Ну что ж, давайте запихаемся. Ну, мы вот так сделаем. Лимп заколем. Не получилось пушнуть валетов. Промазал. Теперь можно и запушить. Ну и даму запушим. Каролину, естественно. Под конец. Все испортить. Теперь валерку бы мне. Или дамку. Некрасиво. Ну, зачем так делать? Спасибо тебе, дорогой. Прям подарок. Давай два раза, братишка. Ну уже, давай. Спасибо. Как так-то, а? Два банка проиграл. Поехали, ладно, ты старше. Или сядь девяток. Или тузы, АК нет. Ух ты. Блеф чек рейс. Чек в догоночку. Почти. Некрасиво. Валерку, Валерку, Валера.
И все валерки были. Едем, бот. Не едем. Ох, какие. Тузы, туз дама, король дама. И я семерочку свою. Зарыл семерочки. Ладно, давайте смотреть, что получилось. Проиграл я, конечно, крупный банк. Было 858,5. Что-то типа такое. О, это уже поприятнее будет. Пять в плюсе. Что, еще должен один стол, наверное, закрыться. Вот. Пять, шесть в плюс. Неплохо. Может, посмотрим этот покеркрафт. Отсортируем сегодняшние игры. Так, это у нас. Стоп. 17. Да, вот эти столы сегодняшние. 590 раздач сыграно было мной сегодня. Эквити. Вот, недоборчик образовался. Как так? Что-то не то. 24 часа. То же самое. Почему тут только две раздачи, но там было больше, не знаю, почему не грузится. Ну ладно, короче, 5-6 баксов есть. И на том спасибо. В следующий раз я поиграю немножечко побольше.
спасибо всем за просмотр. Желаю удачи за столами. Надеюсь, встретимся, поиграем. Всем пока.